Светящийся объект в небе над Омском, который омичи приняли за НЛО, оказался метеором. В Омском планетарии рассказали о падении одиночных болидов. В это время года довольно редкое и во многом случайное явление. Огненный шар очевидцы могли наблюдать практически из любой точки города. Фотографии и видеозаписи объекта сразу же появились в социальных сетях. Что это летит? Это была комета? Метеор. У нас была падающая звезда, надо было загадывать желание. Ничего себе, как она падала. Нет!